В мероприятии приняли участие более 40 человек. Это сотрудники Департамента социальной защиты населения Вологодской области, а также коллеги Устюжан из Тотьмы, Нюксеницы, Никольска, Кичминского городка. Студенты многопрофильного колледжа, которые сейчас получают профессию специалистов по социальной работе. Все они активно включились в работу практических площадок. В центре работают сегодня две площадки профессиональные, где представляются лучшие практики наставничества и как над детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, также и технологии наставничества профессионалов-стажистов над молодыми специалистами. Мы уверены, что эта технология очень важна в работе, потому что здесь не столько используется административный ресурс, а сколько наставничество рассматривается как помощь взрослых, да, определенной категории людей. Людей, которые идет от души и сердца. Когда профессионалы делятся своим опытом, своими секретами успеха, благодаря которым они в свое время когда-то были успешны, а сегодня они передают это молодому поколению. На мероприятии обсуждали актуальные вопросы применения практик наставничества в Вологодской области, а также наградили тех, кто особенно успешно проявил себя в течение года. Победители различных конкурсов профессионального мастерства получили заслуженные награды. Заняла 3-е место в номинации «Без сожаления выбрать профессии». Я являюсь молодым специалистом в комплексном центре Кичминско-Городецкого района. Очень рада, что я выбрала профессию и специальность получала не зря, да, 5 лет университета. И действительно считаю, что приношу пользу. Очень старалась написать эссе и заняла 3-е место. Я очень рада и счастлива. Наставник – это состояние души, быть им может не каждый. Эти люди готовы делиться с другими своим жизненным и профессиональным опытом. От их активной позиции, доброты и профессионализма во многом зависит то, как сложатся судьбы тех, кому они ежедневно помогают.